Сегодня, 24 октября, на 568 километре федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск водитель грузового автомобиля, перевозя негабаритный груз при техническом неисправности полуприцепа, допустил его выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с 7 автомобилями. Касательное столкновение. Из них 6 грузовых автомобилей, 1 легковой. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля Porsche Cayenne получили тяжкие телесные повреждения, доставлены в больницу скорой помощи. И также получил телесные повреждения один из водителей грузового автомобиля. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Нарядом дорожно-патрульная служба организована регулирование движения на участке данной трассы. Аварийные службы выполнили все необходимые действия. По факту ДТП назначена и проводится проверка.